О чем ты будешь думать? Сколько она стоит? Может, за сколько разгоняется до сотни? Я скажу, о чем думаю я. Я вижу потенциал. Вижу острую грань контроля. Вижу долю секунды, когда на кону стоит все. Я вижу свою победу. Морган! Боссу нужна машина! Да. Скоро буду. Повеселимся немного. Босс сегодня встречается с какой-то большой шишкой из дома. Подминает под себя город квартал за кварталом. Смотри, чтобы тачка босса была на месте. Шутишь? У меня на радарах такая скорость есть, руки чешутся запостить. Не каждый день можно погонять на Уировской ДБ-11. Вот что бывает, когда нанимаешь гонщиков. Я уже не гонщик, помнишь? Условия таковы. Или я больше не гоняюсь, или меня за шкирку и в тюрьму. Жаль. Дом сейчас платит большие деньги за подставные гонки. Там даже бороться особо не надо. Ха. И в чем смысл, если тебе говорят, кто выиграет, а кто проиграет? Деньги, брат. Платят они от души. Посмотрим, как может гонять это дело. Черт, хорошо-то как. Ну что скажешь? Могу дать тебе его номер? Не интересует. Моя машина. Не волнуйся, Уэн, это угонять не буду. Вот как ты обращаешься с друзьями, Тайлер. Неудивительно, что команда тебя бросила. Вовсе не так все было. Они, небось, ждут тебя, не дождутся. Ваше идеальное ограбление обломалось. Вас ищут все копы Фортуны Уэн. Миллер теперь подводит мелких бандитов, чтобы как-то прожить. Я даже слышал, что МакАлистер сейчас работает на дом. А механик ваш, бедный Сталинара, думаешь, они захотят тебя видеть? Тайлер, слушай меня. Я сейчас твой единственный друг. Ты отомстишь Наварро, я верну себе свою машину. Но сперва наберись терпения. Понял? Скоро все сложится как надо. Значит, что это за такое? Теперь дуй назад, пока не уволил тебя нахрен. Наварро, какого черта? Часики